Уберите от меня руки! Ничего мне от вас не надо! Не хочу и не надо! Не хочу и не надо! Это что ж такое, а? Ну это что ж достал этот сетевой маркетинг, а? Прям О! Разуют! Разденут! Только купи у них что-нибудь, а? А если на какой-нибудь совершенно безобидный вопрос? Здравствуйте, к вам можно обратиться? Легкомысленно ответишь, да, все. Все. Считай, что ты уже попался. Попался. Что ж такое, а? Ну это ж, ну прям... Это... Здравствуйте, к вам можно обратиться? Да. Попался. Понял? Попался. Здравствуйте. Я представительница компании по продаже уникальной чисто-чистящей пены для очищения неочищенной поверхности до чистоты очищенности. Ты сама поняла, что сказала? А? А? Мне от вас ничего не надо, я уже сказал, все, идите, идите, давайте. Ну, пристала как, не знаю, что ж так... Вижу, вижу, вы заинтересовались. Боже. Здравствуйте. Здравствуйте. Учтите. У нас все, о чем вы только могли мечтать, дешевле два раза. Да! Да нет, еще не все. Также получите в подарок полотенце с моим изображением абсолютно бесплатно. Всего за 800 рублей. Как это? Ну мне жить-то на что-то надо. Ой, а мне от вас ничего не надо. Все, я сказал, идите, идите. Ну что ж такое, ну наша привязалась. Как бы Анна Лиса же... Вижу, вижу, вы заинтересовались. Фу ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы давно с вами не виделись, а? Слушай, я что, здесь один, что ли? Смотрите, сколько народу вокруг ходит, а? Я что, для вас медом намазан, что ли? Если у вас есть надежда пятна меда, не отчаивайтесь. Вы не умрете, я рядом. Да? Да, вам предлагается... Что? Средство. Который с легкостью очистит все. Кетчуп, вино, мед, помет. Все, не надо ничего. Нет, не возьму, не надо, не надо. Вижу, вижу, вы заинтересовались. Пожалуй, жену свои жадины, говядина, а. Да у меня нет никакой жены. Вообще, я недавно развелся. Да? Да. Ну и как себя чувствуете? Прекрасно. Вот будто рога с плеч. А для безрогих, то есть одиноких, предлагаются шорты. Зачем мне шорты, а? Одень шорты, встань у дороги, покажи женщинам свои ноги. Да иди ты со своими шортами. Ты вот меня не гони. Боже мой. Это шорты любви. Жень, что вам от меня еще нужно, женщина? Вот вечно здравствующая, а? Вам плохо, да? Да вас было хорошо, пока вы мне не встретились, а? Это нервы, открой рот. Зачем? Открой, так надо. А... Вот, нате. А... Что это? Это что такое вы мне сунули, а? Таблетка от нервов. Да? 1000 рублей. Для наших клиентов бесплатно, а то иногда дуреют. Слушайте, бррррр. Вижу, вижу, вам понравилось. Ну. Таблетка хорошая. Ее выпускает наша оборонка совместно с фирмой «Сельхознавоз». Ведьма! Ты на меня не отвлекайся, пошли дальше. Боже мой. Вам предлагается суперклеющий клей. Ой. Он клеит один раз и на всю жизнь. Называется ипотека. Что? Ипотека, так все. Идите отсюда, идите. Счастье вам при встрече с трамваем. До свидания, тетя! Что ж такое? Ну как привязался? Здравствуй, дядя! Ой. Вы у меня еще ничего не купили! Да! Возьми у меня конский шампунь для хвоста и гривы. Зачем? Зачем мне конский шампунь вот для хвоста и гривы, а? А у меня его все женщины берут от упадения волос для своих мужей. Эффект потрясающий! Слушайте, ну мне-то, вот лично мне, зачем вы это все рекламируете, расхваливаете, для чего, а? Чем плешивее башка, тем кудрявее реклама. Ты на свою гриву ты посмотри. А что там? Но для тебя каждое мытье головы может оказаться последним. Так, что вам от меня еще надо, а? Так, наша фирма предлагает вам... Вы мне вот это уже предлагали. Когда? Да минуту назад. На чей зад? При чем здесь зад?
Наша фирма предлагает вам стульчик-сидунчик и наживку червяка-здоровяка. Слушай, не купишь червяка, не дожить тебе до утра, тетя. Ой, что вам нужно от меня, дядя? У меня муж дома. А для мужа купи клей и мужа к стулу приклей. До свидания, дядя. Здравствуйте, тетя. Вижу, заинтересовались. Ну-ка, купи черного хлеба. Побалуй дома деда. Больной какой-то. Мужской костюм из Китая для мужа самурая. Караул! Помогите! Вижу, заинтересовались.